Сегодня же состоялось еще одно селекторное совещание под председательством министра строительства и ЖКХ России Михаила Меня. На повестке дня рынок долевого строительства. По данным Минстроя, в России более 38 тысяч обманутых дольщиков и 830 незавершенных объектов. Решать проблему регионы планируют поэтапно. В каждом разработана так называемая дорожная карта, в которой есть сроки и ответственные за выполнение этой важной задачи. Но судьба третьей долгостроев до сих пор неизвестна. Михаил Мень напомнил, у государства существует ряд механизмов помощи регионам. То, что касается земельных ресурсов, которые мы с помощью механизма по ИЖК можем передавать субъектам Российской Федерации для того, чтобы они решали этот вопрос по увеличению инвестиционной привлекательности уже действующих участков, на которых идет жилищное строительство. У нас создан механизм по замене инвестора, по замене застройщика. Последний способ помог сдать в эксплуатацию всего 11 долгостроев. Руководитель федерального Минстроя призвал субъекты активнее использовать этот механизм. В Чувашии остался один проблемный объект. Это жилой дом по проспекту 9-й пятилетки в Чебоксарах. Застройщик обещает, жилую часть дома сдаст в этом году. Каждый долгострой должен быть на контроле органов власти, подчеркнул Михаил Мень. Перечень необходимых мер для решения проблемы регионы должны предоставить в ближайшее время. Федеральное министерство ждет уточненные дорожные карты к началу следующей недели.